Картинка в фотошопе. Ну что ж, давайте посмотрим, что бы нам здесь необходимо сделать. Слой workflow, белая кисточка и начнем. Естественно, что фон у нас не совсем чистый, поправим. Ну и вот эту бумажку, естественно, надо будет удалить. Видите, чем отличается бархат от обычной черной бумаги. Поэтому в этих местах необходимо будет почистить. Следующее. Так как у нас изделие немецкого производства, то ну, мы видим, что очень много деталей, которые необходимо будет поправлять. То есть тут и обработка мешает, тут и разность металла. Видите, какие-то следы от клея, естественно, тоже надо будет их убирать. Ошибка при конструировании кольцо. Надо было назад отправить, как вот здесь. Всего не досмотришь. И вот эти которые просветы, которые не видны невооруженным глазом, но которые будут видны на картинке, тоже надо будет исправить. Здесь почистить, естественно, здесь и здесь. Вот эти места сделать более чистыми. Соответственно, убрать леску. Леска нам служила для того, чтобы придерживать орден, не давать ему перекашиваться во время съемки. Ну, естественно, низ тоже. И белые нам не понадобятся края. Ну и, пожалуй, все. Соответственно, чтобы выровнять цвет металла здесь и здесь, нам придется поработать, превратить сначала в черно-белое, а потом посмотреть, где что исправить. Работы, я вижу, не так мало, поэтому тремя минутами мы не обойдемся. Для начала новый слой откроем, возьмем черную кисть и начнем удалять самые грубые участки. Начнем с этого креста. Посмотрим. Картинка у нас большая, поэтому удобно работать просто кистью. Тем более я работаю с планшетом, что гораздо облегчает работу. Можно, конечно, мышью работать, но долго, нудно, а потом кисть руки будет болеть. Здесь какая-то волосинка, тоже убрали. Далее уже проще. Так. Здесь удалим нашу лесочку. Посмотрим дальше. Для верности можно взять инструмент-затемнитель и пройти по фону, чтобы не оставалось белесых засветок. После этого, уже соединив два это слоя, Ctrl-E, мы возьмем просто обычный инструмент прямоугольную область и подтянем Ctrl-T в эту сторону. Немножко не дотянули, но ничего. Ctrl-Alt и левая кнопка мыши поможет нам в этом деле. То же самое можем выделить эту область, перенести ее сюда, нажимая Ctrl-Alt и левую кнопку мыши, и отпустить. Последнее, что остается, вот здесь еще у нас вариант. Я сейчас пойду в изображение, размер холста, и сделаю высоту и ширину одинаковыми. И цвет расширения холста сделаю черный. Окей. Нажму окей. Все. Вот теперь я могу взять, удерживая Shift, прямоугольную область, удерживая Shift, сделать ровно квадратную картинку. Изображение кадрировать. Готово. Так, после того как мы с фоном закончили,
Я дублирую еще раз слой, делаю копию, иду в черно-белое и смотрю. Не совсем, я не люблю совсем черно-белое, поэтому, скажем так, на 90%, на 80% я уменьшаю. Хорошо, соединяем эти два, Ctrl-E. И теперь приступаем к работе. Довольно-таки трудоемкой. Мы берем инструмент палец. Посмотрим, где у нас что, какие недостатки, и попробуем их. Замена светлым. Я нажимаю сейчас R, разворачиваю картинку. Не так удобно в вертикальном положении. Кисть идет более уверенно. Так. И я могу вот эти огрехи какие-то, какие у нас там есть, аккуратно закрасить. Так как я работаю для себя, то я, конечно, могу возиться здесь до бесконечности. Но если это был бы заказ, конечно, я бы делал немножечко все побыстрее. Начинаем постепенно работать, убирая загрязнения, высветляя те участки, которые необходимы, затемняя те, которые считаем нужным, выравнивая края и так далее. То есть это очень длительный процесс, и я не хочу вас утомлять, поэтому я сейчас промотаю это все, включив веселенькую музыку. Работать я буду с тремя инструментами, то есть с двумя палец инструмент. Замена светлым, замена темным и микс кисть. Иногда подключая просто штампик, где это необходимо. После того, как мы закончили это долгое-долгое размазывание, я это называю заносить хвосты за китайцами, теперь мы можем Ctrl-T посмотреть за горизонтом. Мне кажется, он был немножко завален. Так, следующий момент. Это крестик у нас с шестереночкой. Тоже немножко не мешало бы их. Ctrl-T подвинуть и соединить вот здесь. Так, вот так будет попрямее. Ну, естественно, если что-то нарушилось, то мы можем всегда это дело поправить, взяв наши инструменты размытия.
Порядок. Последнее, что нам необходимо сделать, это сейчас я просто-напросто увеличу резкость. Возьму тоже умную, сделаю всего ничего 30-35%. Но до этого я посмотрю, какой же у меня размер все-таки. Да, это для меня многовато, 2000. Хотя еще раз могу сделать выделение квадратное. Чтобы уже отсечь лишнее окончательно. Картинку с моим логом, с логотипом, перетащу его на картинку, раз, теперь мне уже не нужно это, и у меня есть еще заготовленный фон, сейчас я его тоже возьму, вот он 2000 на 2000. То же самое. Перетяну его сюда. Вот так. Воспользуюсь сейчас инструментом волшебная палочка. Инвертирую выделение. Пойду выделение улучшить края. Края сделаю немножко побольше и помягче. И потому что здесь не играет роли. Я хочу просто свой орден Ctrl-C, Ctrl-V наверх перенести, а под низ подложить уже вот этот самый слой. Ну, у меня еще осталось вот здесь кое-что. Так, вот в этих местах еще у меня есть черное. Чтобы уже реалистично выглядело, я уже потружусь и с ними. То же самое. Пойду выделение, улучшить края, и теперь я наоборот сделаю в минус. Потому что я хочу с помощью удалить эти кусочки, чтобы сквозь них просвечивал фон. И теперь на самом слое, где у нас эта ткань, я возьму инструмент затемнения и пройдусь в тех местах, где, как бы, на мой взгляд, должны быть темные участки. Представим себе, что это лежит прямо на этой шелковой тряпочке красивой. Так, включим лого, посмотрим. Ну что ж, картинка получилась довольно-таки удачной. Можно выставлять в eBay и начинать предлагать к продаже. Ну, а вам фирма Петерсон и я, Эдуард Петер, желает всего самого хорошего. Мы надеемся, что наш урок по фотошопу, обработке ордена, хромированного в фотошопе, вам понравился. И если понравился, оставайтесь с нами. Всего доброго. Пока.